Здорово, нагибаторы. Это первая ЗЛПшка хэллоуинская. Решил для вас записать. Если она вам понравится, то не сочтите за наглость. Прожмите лайк. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Буду рад вашей подписочке. Получилось довольно-таки, как по мне, интересная ЗЛПшка, где было большое количество титанов, ну а я не использовал данный корпус и пытался вытягивать на каких-то своих определенных мувах. Поэтому смотрите, приятного просмотра. Стартует наша первая ЗЛПшка с фрагмента на новой хэллоуинской карте. Это у нас второй день повышенных, можно так сказать, голдов. Я на вас по фризе, понерфили у нас овердрайв мамонта. И попытаемся поймать данный золотой ящик. Не вижу я, правда, где он будет падать у нас. Падает он у нас. Меня выключает Хантер. Забирает золотой ящик, но у нас сходу... А нет, еще не забирает, вот только сейчас забрали голд. Также у нас апнули фриза, поэтому посмотрим, насколько будет нагибать данная пушка. Ну и давайте попробуем вообще половить, наверное, таки сегодня голды на всяких разных интересных корпусах. Голдов явно будет много, поэтому шансов поймать я тоже думаю, что не так уж и мало. Поэтому забираем стыковочку, переходим к следующему. Неплохое начало, давайте двигаться дальше. Но от вас я только могу попросить, чтобы вы проявляли свою активность. Даже ничего не приходится выключать, голд уже следующий у нас появляется. Мне было бы неплохо, наверное, сейчас слиться и попытаться забрать еще один голдбечек. На спасателе, на васпике можно, по идее, спокойненько пролазить и забирать наши золотые ящички. И давайте попытаемся, наверное, таки поймать тоже данный голд. И чуть-чуть они успевают забрать его, и мы переходим к следующему голду. Появляется у нас очередной золотой ящичек. Я уже переоделся с васпика на хантера, и давайте попытаемся поймать голд на данном суперском мега-крутейшем овердрайве на данном корпусе. Я надеюсь, что у меня это получится сделать. Давайте отсчитываем примерный тайминг. И уже потихо, я думаю, что можно было бы выдвигаться на голд. Выключаем. И забираем тыковку. И переходим к следующему золотому ящичку. Появляется у нас очередной золотой ящичек. Даже дабл голд. Будем надеяться, что в одном из этих голдов будет контейнер. Я буду, наверное, ожидать данного выпадения голда. Ну и попытаюсь чуть-чуть по таймингу все это дело прожать. Надеюсь, что у меня получится это сделать. По сути, уже, по идее, можно было бы выезжать. Да, ракета есть. И мы забираем обычный голдецкий. Так, второй голд у нас еще не падает. Кто там стоит? Еще один появляется. Тыковка тоже там простая у нас выпадает. Мне довольно-таки неплохо сейчас везет в определенных моментах с золотыми ящиками. Надеюсь, что сейчас у меня получится забрать еще один. Падает еще дабл голд. Трипл голд, вот это вот сиреночки пошли у нас раздавать. И давайте пытаться забирать хотя бы один из данных золотых ящиков. Блин, меня просто тут уничтожает мамонт. Один голд уже выпал, я свой овердрайв профукал, мягко говоря. Не получилось у меня его правильно реализовать. Ну и давайте попытаемся, возможно, поймать еще голды, которые там падают. Два еще дополнительно упало, контейнеров вроде как не было. И больше голдов пока что нет. Переходим к следующему золотому хрящику. Появляется у нас очередной голдик. Я до сих пор на васпике. Попробую поймать на данном корпусе золотой ящичек. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Но давайте попытаемся. Поставим здесь бомбочку. И сейчас попробуем заехать на золотой ящик. И мы его забираем на васпике. Переходим к следующему голду. Появляются у нас голдетки, я на джаггернауте. Давайте попробуем поймать голд уже на данном замечательном, интереснейшем корпусе и пушке. Возможно, таки у меня на нем тоже получится что-то здесь сделать. Даже дабл голд появляется, по идее. Есть и скорость у данного танка, да и маневренности вроде как хватает. Поэтому попытаться поймать голд определенно можно. Один забрал. Сейчас еще будет выпадать второй. Главное здесь сейчас не зацепиться. Подъезжаем в упор. И, по идее, можно забирать, можно забирать. Давай, давай, падает тыковка. Ах, упала тыкова, но я уже был на минимальном количестве здоровья. И всего лишь забрал один голдбецкий, и мы переходим к следующему. Появляется у нас очередной голдик. Я, опять же, на данном интереснейшем сочетании. И будем пытаться ловить голд именно на нем. Шанс того, что я его возьму, довольно-таки хороший.
И давайте потихонечку уже подъезжать к нашему золотому ящику. Здесь уже хантеры. Есть! И забираем контейнер! Давайте откроем его и посмотрим, что нам с него выпадет. Ой, чуть-чуть не туда. А, нет, не могу зайти в гараж. Что за ерунда? А, вот, все. Заходим в гараж. Джаггернаута, конечно, у меня уже забирают, но это, в принципе, не проблема. Давайте открывать голд. Детский выпадают 3500 кристаллов с нашего контейнера, и мы переходим к следующему голду. Появляется у нас очередной золотой ящик, только-только я забирал у нас контейнер. Теперь я уже без джаггернаута пробую поймать голдик на викинге. Давайте пытаться что-то здесь делать, в надежде, что будет хотя бы один хантер, который выключит все эти купола, потому что их очень-очень-очень большое здесь количество. Сливают одного, второго, третьего, контейнер лежит, я его не забираю, опять же на викинге не получается у меня это сделать, и мы переходим к следующему голду. Голдецкий появляется у нас по центрику карты, я уже на хантере, сменил я викинг, так как на данном корпусе довольно-таки тяжело поймать голды, при том раскладе то, что постоянно титаны ставят довольно большое количество куполов, поэтому я принимаю решение сменить данный корпус, ну и давайте попытаемся поймать голд на данном замечательном танчики, при том, что там уже начинают наносить ребяточки урон, и я, по идее, должен забирать этот голд. Да, я забираю эту тыквочку, и мы переходим к следующему голду. Еще один голдецкий появляется у нас на карте, вроде как и овердрайв у меня есть, и все хорошо. Главное сейчас просто не слиться, подождать, пока титаны будут выдвигаться на данный голдецкий, и тогда просто выждать момент и забрать данный аппетитный нагибаторский. Возможно, таки даже контейнер. Давайте врываться. Забираем тыквочку опять обычную. По тактике просто залетаю и отжимаю еще один голдецкий у титанчиков. Правда, ништяково получается. Переходим к следующему. Голдецкий появляется у нас на нагибаторской нашей карте. Давайте попытаемся поймать. Только-только я зашел на нее. Вижу уже точечку. На меня падает здесь овердрайвик. И, в принципе, главное сейчас занять более выгодную позицию. Титанчики уже должны потихонечку двигаться на данный голдецкий. Но я думаю, что я сейчас ворвусь. И буду просто выключать их. Контейнер, сука, чуть-чуть не успел забрать, блин. Давайте еще один сейчас будет падать, еще один падает, 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 прямо сейчас, давай, 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 где, 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 где голд, не вижу голда, ну, выключил, жду, ну, 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 падай, падай, пожалуйста, давай, 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 возьму, 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 я забираю голд и переходим к следующему. Еще один голд появляется, только-только я забрал, появляется следующий, овердрайв уже нашел, правда, по расходке не все так круто и спасателя у меня нету, не знаю, как я буду сейчас забирать данный золотой ящик, попытаюсь, наверное, с расстояния как-то ворваться. И попытаться уже отжать данный замечательный голдецкий, пока викинги стоят в ожидании чуда. Хантер едет, давай, 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 выключил всех и на кулдауне забираю голд и переходим к следующему. Голдецкий появляется еще один у нас на карте. Я с овердрайвом уже жду прихода наших любимейших титанов, чтобы их просто размонтить, раздолбить и забрать данный голдецкий. Потихой там уже и викинги тоже выезжают. Еще дабл голд, офигеть. Три голда у нас сейчас будет выпадать на карте, но я попытаюсь забрать хотя бы один из данных трех. Давайте, 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 быстро, 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 быстро выключил. Забрал один. Меня слили, еще два сейчас будет падать. Давайте попытаемся хотя бы доехать до одного из этих голдов и поймать его просто без никаких... Но они уже падают, похоже, я не успею. Да, похоже, просто упали и тыквочки забрали. Переходим к следующему голду. Только прогружаюсь я на карту, выпадает у нас сразу голдецкий. Нет у меня пока ничего в плане овердрайвов, зато есть замечательнейший, просто лучший дрон, который называется спасатель. И за счет него я попытаюсь поймать данный золотой ящик. Правда, там едет тоже джаггернаут, который может мне помешать это сделать. Но я попытаюсь просто встать под голд. И падает, я забираю тыквочку, и мы переходим к следующему голду. Есть голд, есть голд, есть голд. У меня есть голд, у меня есть голд. Я попробую забрать его даже без овердрайва. Хотя там есть овер сбоку. Давай попробую забрать овер. Давай заберу овер, давай заберу овер, давай заберу овер, заберу овер. А теперь просто поеду и ворвусь и заберу. Давай, 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 давай. Падай, падай, падай быстро. Падай быстро, падай быстро. Давай, давай, давай. Забрал. Ебуй. Переходим к следующему. Только забрал, еще один появляется. Правда, ничего у меня нету. Но я попытаюсь также поймать данный золотой ящичек. Давайте просто потихой, потихой будем ловить. А то иначе, если я буду столько орать, я сегодня голос сорву. Падает у нас один голдецкий.
Так, простой там падал. Сейчас будет еще один падать. Летит, 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 летит. Выключил, забрал еще один, ебой. Переходим к следующему. На этом первая ЗЛПшка подошла к концу. Если на данной наберется 100 лайков, то я залью следующую. Еще один день наших золотых нагибаторских хеллоуинских ящиков есть. А это значит, что шанс поймать еще большое количество интересных голдов имеется. Также ловим голды на стримах, поэтому залетайте.